Всем привет! У нас сегодня в обзоре наши от фирмы Moro модель под названием Eldris, который идет в двух вариациях. Первая – это нож и ножны. Вторая вариация – это нож, ножны, специальная петля для ножа, паракорд, а также огниво. Давайте поговорим немного о характеристиках. Нож Moro Eldris – это удивляющий своей универсальностью фиксит карманного размера. Нож имеет крепкий клинок со скандинавскими спусками и обух, способный высекать самые горячие искры из огнива. Компактный дизайн и всесторонние удобства влюбляют в себя с первой минуты, делая нож неотъемлемой частью вашей повседневной жизни. Итак, стоит обратить ваше внимание, что ножи Moro безумно острые. Длина клинка составляет 56 мм. Общая длина 143 мм. Весит нож 80 грамм. Толщина по обуху 2 мм. Также стоит обратить ваше внимание, что ножны выполнены из пластика, а сама рукоятка из резины, что позволит вам очень крепко и надежно держать нож в руках. Хочу обратить ваше внимание, что еще Eldris идет в комплекте с паракордом. Паракорд – это легкий нейлоновый трос с огнивом и петлей для фиксации ножа в ножнах. Посмотрим, насколько этот маленький нож остро. Мал да удал. Покупайте острые вещи на сайте madrivnik.com.ua.